Ребят, всем привет! С вами, как всегда, на связи канал Зарабара Хорошо, я его ведущий Владимир Сушков. Сегодня у нас 26 декабря 2016 года, и я сейчас нахожусь на сайте, на котором я проходил регистрацию в далекие 2 года назад. Ну, как-то так я там проходил регистрацию, когда еще начинал зарабатывать в интернете, ну, точнее, это была половина моего пути, может быть, даже и попозже, вот, честно говоря, так особо не помню, но примерно около 2 лет назад. Тогда я пытался зарабатывать без вложений, и как раз вот этот вот проект мне в свое время попался... Ну, на просторах интернета я прошел здесь регистрацию и установил здесь приложение на свой компьютер и дома, и на работе. Когда я еще работал на наемной работе, у меня это приложение крутилось на одном компьютере. И, в общем-то, там выскакивала рекламка, и за каждую рекламку я получал денежку. Сейчас я этим приложением не пользуюсь, потому что у меня сейчас заработок абсолютно другой, и в заработке без вложений я практически не нуждаюсь, потому что уже перешел на более другой уровень. Но здесь можно не только зарабатывать без вложений, но можно и рекламировать ваши проекты, потому что сейчас здесь уже 678 733 активных участников, да? Участника и пользователей интернета, которые пользуются этим компьютером. Уверенно владеют активных интернет-пользователей. Так, да, всего пользователей, вот смотрите, вот такое количество. Сегодня зарегистрировано 1045. Они уверенно владеют компьютером, интересуются заработком в интернете, пользуются электронными кошельками, любят компьютерные игры, регулярно делают покупки в интернет-магазинах. В принципе, это приложение может установить себе абсолютно любой пользователь, не только кто зарабатывает деньги в интернете, но и обычный какой-нибудь там, я не знаю, офисный планктон, допустим, кто сидит в офисе и целый день жмакает по компьютеру или что-нибудь там делает, какую-то работу. Это приложение в основном не помешает, да, то есть на его работу никак не повлияет. Что из себя представляет приложение? То есть вы его устанавливаете, у вас, по-моему, в верхней части было, по крайней мере, так, до этого вот здесь вот просто такая вот или текстовая рекламка выскакивает, или там, я вот сейчас уже не знаю, что там происходит, баннер появляется, можно баннер установить, и за каждое вот появление такого баннера вы получаете здесь денежку. Вы что должны делать? Просто сидеть в интернете и пользоваться браузером, то есть ходить по каким-то сайтам и так далее, и кто дает рекламу в данный момент, вот именно под вас вот заточена вот эта вот реклама, да, потому что есть здесь таргетинг, и можно выбрать определенных пользователей, потому что они заполняют вот именно свои данные для того, чтобы пройти регистрацию, если я не ошибаюсь. Вот регистрация простая, давайте посмотрим, как она выглядит. Ага, я уже не могу сюда зайти в регистрацию, потому что я вот только сейчас попал в личный кабинет. И смотрите, вот тут уже есть какая реклама. И вот здесь рекламка, и здесь рекламка. То есть на этом сайте, из-за того, что здесь такое большое количество пользователей, любой может разместить именно здесь свою рекламу. Кстати, нужно подумать над этим, да, для того, чтобы здесь это тоже что-нибудь прорекламировать. И я, кстати, оставлю часть денег на этом проекте для того, чтобы дать рекламу одного ресурса, где мне нужно привлечь трафик. Вот можно денежку какую-нибудь оставить для того, чтобы это сделать. А так, значит, денежка у меня здесь накопилась 4649 рублей. Я сюда уже не заходил достаточно давно. У меня есть реферальная ссылка и есть несколько видеообзоров по этому проекту, и вот благодаря реферальной программе у меня накапало на баланс вот такая вот сумма денег, которую я сейчас планирую вывести перед Новым годом, потому что мне нужно, честно говоря, выплатить зарплату от своему админу по сайту. А на кошельке Payeer, вот он попросил вот именно на Payeer, у меня сейчас там пусто, и в общем я вспомнил про этот ресурс, зашел на него и обнаружил вот такую вот сумму денег.
чему, естественно, порадовался, да, и решил вам еще раз рассказать про этот ресурс. Кстати, он тут видоизменился, и сайт вообще такой достаточно хороший. Для того, чтобы установить приложение, жмакайте вот сюда, вот установите расширение, устанавливайте его в Google, и оно у вас вот здесь вот в правой части будет. Потом просто надо его включить, если не хотите, чтобы оно у вас работало, выключаете, и все, у вас это все тут работает, копеечка какая-то капает, да. За один просмотр вы получаете определенное количество там денег, да, определенное количество копеек. Ну и можете рекламировать также этот сервис и приглашать сюда людей, не зарабатывать, вот как видите, у меня накапало это по рефералке чисто, да, такое количество денег. Те люди, которые установили это приложение себе на компьютер, вот они что-то там делают, я с этого получаю денежку. Или кто-то проплачивает рекламу своих каких-то проектов, ресурсов, сайтов, ну и так далее, да. Тоже за это капает денежку вот сюда на этот баланс. В общем-то здесь все просто, управление рекламой здесь вот такое. Как ее давать, то тоже это все просто. Ну, нажимаем на рекламную ссылку, вот здесь добавляем, значит, реферальную ссылочку. Здесь у нас, если нужно, код баннера, баннер тоже можно установить. Так, здесь у нас, так, онлайн статистика, рекомендации, если возникнут вопросы, посмотр видео, потом смотреть график. Так, добавить рекламу. Но тут, наверное, дальше это все нужно сделать, да, и дальше там какой-то текст прописать, насколько я помню. Вот это все делается в управлении рекламой. Вот управление рекламой. Тык-тык-тык. Значит, вот у меня даже какие-то тут... А, нету ничего. Тык-тык-так. А, нет, вот они, мои рекламы, которые я здесь рекламировал в свое время. Бокс со 100% рефералкой. Работы хорошо играющий канал по заработку. А канал я свой тут рекламировал в свое время. Вот видите, даже вспоминаю, как я это все делал. Ссылочки на Дари Бери. Ой, это настолько старые проекты, прям даже приятно вспоминать, честно говоря. Вот видите, у меня тоже тут давал какую-то рекламу и какой-то расход был. Инвестировал сюда денежку и, значит, рекламировался. Ну ладно. Я сейчас не буду с этим заморачиваться. Давайте проверим, как работает вывод. Я вообще ни разу не выводил, вообще ни разу с этого проекта. Потому что все время заводил сюда. Не выводил, а вот всегда заводил. Вот на вывод у меня 4649 рублей. 3600 я хочу вывести себе на кошелек. А, нету тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Нету ПР кошелька. Как же так? Как же вы не продумали такую систему, как Payr привязать. Ну ладно, значит, со своим админом попробую договориться, чтобы выплатить ему на Яндекс Мани кошелек. Я думаю, по-моему, у него тоже есть это все хозяйство. Так, выслать мой пит-код. Так, сумма вывода. Комиссия, что это такое? Почему 1000? Я заказывал 3600, а не 1000. Ты чего это? Ага, нельзя тут, видите, вывести, наверное, сразу такую большую сумму, можно по частям. А давайте посмотрим, почему. В целях безопасности максимальная сумма для вывода составляет 1000 рублей в день. Если вам необходимо вывести сумму, превышающую 1000, свяжитесь с нами. Ладно, я по 1000 в день выведу, как раз еще времени много до Нового года. За 3 дня как раз я выведу за 4 денежку отсюда, сколько мне нужно. Так, подтвердите вывод средств. Давайте вышлем пин-код, куда он, интересно, высылается. Кошелек мой. Вижу свой Яндекс кошелек. Все четко. Давайте, кстати, я вам покажу сумму на Яндексе. У меня на счету 55 рублей. Я еще с тизера заказал тоже 3 там, с копейками денежку. Не знаю, поступит, не поступит. Ну, давайте вышлем пин-код. Пин-код отправлен на ваш e-mail. Угу, понял. Давайте зайдем на мой почтовый ящик. Он мне сейчас горит на другом экране, потому что у меня два монитора. Все
Все, код пришел. Давайте его вставим. Нажимаем вывести средства. Так, что у нас тут произошло? Все нормально или что тут? История транзакций. Вроде все сделал правильно. Правильно или неправильно? Вывести средства. Количество заявок на вывод со статусом ожидания не может быть больше одной. Так, а где? А, вот, все, ожидание. Ну ладно, как денежка поступит на счет, я продолжу этот обзор. Кстати, сразу скажу, сейчас прорекламирую еще один сервис, подобный заработкам без вложений. И, наверное, вам сразу покажу два вывода, потому что вот отсюда я тоже денежку поставил на вывод. Тоже здесь можно рекламироваться. У меня здесь было 3 с копейками на вывод. Сейчас вывести средства. Вот у меня тут тоже висит сумма 3116 рублей обработка. И, наверное, я сразу вместе запишу такой совместный обзор. Этими сервисами я пользовался раньше и, в принципе, сейчас, наверное, тоже возобновлю пользоваться, потому что они достаточно хорошие. И если вы особенно рекламируете какие-то бесплатные экраны, бесплатные заработки в интернете, то это необходимые сервисы для привлечения трафика вот в ваши проекты, потому что как раз на них сидят в основном люди, которые как раз ищут такие заработки или приходят только зарабатывать в интернет. Вот. Так что вот такие дела. Все, ребят, на этом я не прощаюсь. Завтра как только или сегодня, я не знаю, когда деньги поступят на Яндекс, я сразу вам скажу об этом, сообщу, скажем так. Так что ждем поступления денег. Сегодня 26 января 2017 года, и мне пришлось покопаться для того, чтобы найти выплату с проекта Teaser, и я сейчас вам ее покажу. Давайте зайдем в историю операции. 3116 рублей выплачено. Статус висит. Давайте зайдем в мой Яндекс кошелек, Яндекс Мани. Зайдем в историю операции и найдем эту сумму. Смотрите, у нас выплата была 26 декабря 2016 года. Не 17, 16, извините. Так, теперь листаем в самый низ. Вот у нас 20 января. Сюда нажал, да. Показать больше. 14, 11. Ну, где-то выплата должна 20, где-то 6 или какого-то. 28 декабря денежка поступила. Вот эта сумма. 3116 рублей. Поэтому Teaser платит, все нормально. В этом нет никаких сомнений. Так же, как и SurfEarner. А о SurfEarner вы увидите дальше обзоры о выводе. Все, SurfEarner платит, Teaser BZ тоже платит. Смотрите видео до конца. Так, все, 1000 поступило, но уже достаточно давно. И если я не ошибаюсь, то вот это поступление от 11 января. Я уж не помню, когда я его вводил. Давайте посмотрим. Можно тут в истории посмотреть это. Нажмем на вывод средств. Давайте посмотрим, когда мы заказывали денежку. 11.01.999.50. Успех. Ну все, денежка поступила. Два раза 2000 рублей. Ну и последний раз давайте закажем. Прям посмотрим, как это все будет работать. Нажимаем опять же Яндекс. Так, что у нас тут нужно сделать? Да, вот 1000, Яндекс. И куда у нас выслать пин-код? Вот сюда, опять же на e-mail. Сейчас придет пин-код. Как только он... А, вот уже все поступил. Теперь копируем пин-код. Это я все делаю со второго своего экрана. Нажимаю вывести средства. Все, вот здесь у нас ожидание. Как только денежка поступит, все, последний раз убежусь, что все платит у нас SurfEarner. И этот ролик вы увидите наконец-то на канале, потому что я его достаточно давно записываю по маленьким частям. Но, собственно говоря, это стоит того, потому что сервис работает уже, ну, такой промежуток времени огромный. И здесь вообще хорошую рекламу можно дать. Поэтому вот как-то так. Ну, остальные деньги я как раз потрачу на рекламу, скорее всего. Все, ждем поступления денег на Яндекс. Ну и, наконец, заключительная часть этой эпопеи с выводами. Давайте зайдем в вывод средств. Перейдем вот сюда вот и посмотрим, что денежка успешно была выведена. Успех.
в 23.06. Да, и действительно, денежка поступила вчера, причем довольно-таки быстро. И такая особенность. Здесь у нас сумма 999.50. А по факту на Яндекс.Мани, как я вам вчера показывал, денежка поступает 1001 рубль 72 копейки. Не знаю, с чем это связано, мне в принципе все равно. На этом я вам заявляю четко и открыто, что Surferner платит на протяжении уже больше 2 лет, потому что где-то 2 года назад я зарегистрировался в этот сервис. Вначале тоже, когда я зарабатывал без вложений, я использовал этот сервис для заработка, как раз без вложений. И вам рекомендую. Неплохо, в принципе, будет. Устанавливайте себе приложение и зарабатывайте, да? Там небольшие деньги, копеечка, но, как говорится, копеечка рубль бережет. И нужно использовать все варианты, если вы пришли зарабатывать именно без вложений. Поэтому присмотритесь, установите, и если у вас будет десяток, допустим, сервисов подобного плана, плюс вы еще где-нибудь будете работать в SEO Sprint, в SEO Fast, еще в каких-то сайтах, буксах без вложений, ну еще какие-то есть проекты, где вы можете это все также зарабатывать, то в конечном итоге за месяц у вас будет для вас большая сумма денег, потому что вначале все так начинали, и я в том числе. Вначале я тоже зарабатывал немного, и целый год или полтора я провел, изучая заработки без вложений, всякие казино и вот подобные проекты. Все эти у меня приложения были, и я также их просматривал и зарабатывал на, вот, на этом. Все, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Ссылочка на Surferner будет в описании под этим видео. Желаю вам выйти в хороший профит в конечном итоге после всех заработков без вложений. И всем хорошего настроения. Пока-пока.